Молодцы, что батю уломали. Ну, Артём, как тебе моя мастерская? Наконец я все обустроил, как планировал. Нормальный верстак. И ящики под все инструменты и все остальное. Аня, спасибо вам с Артемом, что помогли нам. Артём, как здоровье, хорошо? Артём, тут тебя Настя попросить хочет. Говори, Настя. Дядя Артём, а вы Мишку моего найдете? Молодец, давай теперь я. В общем, демоны где-то на цистернах гнездятся. Глянь, вдруг эта погонь туда Мишку занесла. Понимаю, звучит странно, но это ей отец подарил. Она теперь ехать без него никуда не хочет. В общем, буду у тебя в долгу, если ты этого Мишку вызволишь. Шеи рисковать, понятно, не надо. И еще. Я там гитару слышал. Звучит хорошо. А вот гитарист — это кошмар. Я, конечно, понимаю, опасно, все такое. Но если получится, спаси инструмент. Эй, это что у вас за концерт по заявкам на рабочей частоте? Боец на задании. Нехер его нагружать всякой ерундой. Все, все, товарищ полковник, уже ничего. Распустил я вас. Ладно, конец связи. Thank you.
Опа! Ну, здоров, брат по крови. Что, не заметил меня? Вот и другие не замечают, а я тут уже как родной. Слышал, ты на терминал за дрезиной, но тогда слушай, чего я тут наразведывал. Вход в терминал, как я понял, с воды. К счастью, там есть пристань и лодка. Видно, святоши постарались. Внутри, похоже, одни... зверолюди? Вон, видишь, заправка? Там бандиты. Я так понял, они там святош ловят. Тем в терминале как медом намазано. Пока я тут сижу, уже троих так взяли. Глянь на вот то здание. Там бандиты пленников держат. То ли выкуп ждут, то ли что, но измываются над ними страшно. Я у бати раза три разрешение на вылазку запрашивал, но он ни в какую. Я его понимаю, но... все равно, мы же всегда простой народ от такой сволочи защищали. В общем, еле сдерживаюсь. Ну ладно. Руины те, видишь? Там бандитский лагерь. Есть снайперы, как минимум один с крыши частенько прицелом блестит. Так что в психическую я бы на них не ходил. Мост сидит в глухой обороне. Боевики их носа не высовывают. Явно ждут, что мы их штурмовать будем. Так что о них сейчас беспокоиться нечего. Конечно, когда выдвигаться тебе решать, но в темноте обойти бандитов будет попроще. В общем, решай, а я обратно на пост. Доброй охоты! Какого хрена я тут торчать должен? Типа, ну надо кому-то, существо. Yeah.
Чертила на! Готовь туда! Я за тобой иду! Я чё, на рыбу подошли ты, ё! Вон, сука, это! Наверху! Больной пацанчик, а чертила дрёва! Ничего, я тебя, сука! Пацаны, надо тут обшмонать всё! Пока не тут сразу вижу базу! Вот он,
надо! Пацаны! Сучара это заныкалась тут где-то! За лошьё нас держит! Надо найти и наказать! Ты, падла, хоть прячься, хоть беги, хоть сразу стреляйся на! Все равно, пизды к тебе! Нафиг, козлой валят! Пацаны, это все капа, никуда ты не денешься. Надо искать Шушкана. Короче, Катлина, бля, ты мне попал реально. Я уже чисто заманался тебя искать, сука. Ты того, этого, блядь, не шмаляй, короче. Хоть, блядь, не шмальнул сразу. Может, еще вывернусь. Thank you.
Не бросай нас! Пожалуйста! Не бросай нас! Слышишь? Не оставляй нас тут! Выпусти нас, прошу! Эй, парень, выпусти нас! Не оставляй нас тут! Хоть еретик ты, но мы за спасение твоей души молиться будем, сколько проживем. Спаси тебя, Бог! Молитва это, конечно, хорошо, но хотелось бы тебя отблагодарить посущественней. Ладно, есть в терминале одна комната. Мы туда запретные вещи рыбина очищения приносим. Вот, возьми ключ. Ты и так грешник, а тебе там точно что-то пригодится. Бери, бери! Себя! Тебя ведь Силантия анафеме предаст! Не предаст, если ты не скажешь. Или ты предпочел бы здесь умереть, на их ножах? Нет, нет, конечно! Ну, дадим ему чуток оклематься и на мост с Божьей помощью. Да, волей его.